Ну что, сегодня первый день, рабочий день в Калининградской области, город Зеленоградск. Поедем из Калининграда. Погрузились, сижу в микрике, в автобусе. Сейчас ребята там двери закроют, последний реквизит возьмут. За артисткой заодно и заедем. И на работу сегодня, я так полагаю, два концерта, если я еще не перепутал. Ничего. А, мне звонили раньше, Кинотеатр его в прошлом году грозились переделывать, двухэтажный делать, но, видимо, не переделали. Приехали в Зеленоград, иду кису снять, знаю, что она здесь. Кисонька, киса. За экраном прячется Владимир Ильич Ленин. Да, вот. Он задвигается, но не сильно. Слева, ну тут пройти, а слева туда карман гримерка. Взял вот такой кренделечек за 100 рублей. Там где-то колокола звонят. А наш микроавтобус подперла Маздочка. Ну, номер телефона вроде как оставлен. Ты же пол видишь все равно? Нет, в том-то и дело. Вот эта часть скрывает их. Надо ниже тебе очки опускать. Нет, вообще. Ниже тогда вообще не буду видеть. Да сейчас привык. Сейчас привык. Гвоздь вот программы. Во-во-во. Вот, вау, типа, вау, да, вау, да, вау. Да, да, и в них можешь, если тебе кому-нибудь нет, ты в глаз. Просто, типа, вау, вау, не вот так продажи, а вау, 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 вау. Семки есть? Нет, это не семки есть. Это не семки. Во. Короче, репетируют. Мы тогда сегодня с Яной займемся. Да ты чего? Ты же динозавр, верь в себя! Ну ты эффектнее, чем я. Ты вот прям вот динозавр-динозавр. Во, вот. В роль вошел, не выйти. Ящер. Так, останови. Экстремальный номер «Человек-паук» и ваши бурные аплодисменты! Так, себяшка на сцене. Зеленоградск, Калининградская область. Один концерт отработали. Что называется, соединились, воссоединились. Сейчас немножко времени прогуляться до моря. Надо прогуляться. Нет, такого не было, было по-другому. Было по-другому, вот там были дома. Да. Сейчас кормят, да? Домики для кошек. Прикольно. И входы. Вот только люди не зайдут, кошки зайдут. Всякие штуки такие приколюшные сделали. Лапа. Лапки. Они, у них вилка такие выходы. Они вот да, так выходят, да, ныряют, да, гуляют кошки. Люди не беспокоили. Да, есть человек, не на, человек на зарплате в городе ухаживает за кошками. Такой дом называется коттедж. От слова кот. Кусили пиццей. Иду к морю. Не волнуйся, море, я скоро еще раз вернусь, обязательно. А вот так закулисье выглядит. Вот оно.
Остальное даже показывать страшно. Ну, практически готов. Зеленоградск все-таки классный город. Ну все, замечательно отработали в этом классном городе. Заехали сейчас на заправочку. Вот тут. О, у меня Зеленоградск. О, в общем, всем счастья, мира и добра. Это дневник артиста, это Пашка Зыков. Привет из Калининградской области.